Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие друзья, братья и сестры, я, православный поэт Николай Боголюбов, приглашаю вас всех на поэтический вечер, посвященный моему юбилею, 50-летию, а также 25-летию выхода в свет первого сборника моих стихов «Россия, Русь». Вечер состоится 10 февраля сего года, в субботу, в Москве, в музее художника Константина Васильева по адресу Череповецкая улица, 3Б, проезд метро Алтуфьево. Буду рад видеть всех, кому дороги идеалы Святой Руси, кому дорога моя и наша борьба за правду, наша бескомпромиссность, наша верность святым отцам и святоотеческому православию. Помнишь детство и юность из трав, алых зорь, сарафаны в пылу, под небесную свежесть дубрав, неудобо преклонность козлу. Помнишь ветер с крылатых полей, мед стихов из невидимых сот, над землею сетей и цепей, запредельно высокий полет. Это сердце навеки хранит, где душа вьет свое волокно, память пробует возле ракит, детской пяткою мягкое дно. Там таинственный, ласковый край, но и латы, и шлем, и копье. Возрастай, закаляйся, дерзай, чаша жизни полна до краев. Бог дал верным и силу, и власть, и бороться, и верить, и сметь. В западне у земли не пропасть, в незакатное небо взлететь. Спаси Бог! Надеюсь, до встречи 10 февраля в субботу в Москве в музее художника Константина Васильева. С Богом!